Давайте разделим сразу мухи и котлеты. Во-первых, никто не ждал того, что нам предоставят статуса кандидата в Евросоюз. Раз, об этом не было слова. Второе, никто не говорил о том, что без виз это первый шаг на пути к кандидатству. Тоже такого не было. В-третьих, мы ждали о том, что действительно сформируется механизм по приостановлению без виза. Так и произошло. Четвертое, самое главное, по санкциям. Санкции продлеваются автоматически. Совершенно поэтому верно. Не надо говорить, что это заслуга или не заслуга. Так и есть. В случае, если Россия не выполняет то, что ей сказали, санкции опять автоматически продлеваются. Если кто-то один из членов Евросоюза говорит, что мы против, его мнение учитывается, но, учитывая, что демократическое государство, демократическое образование, продлевается автоматически. Поэтому, давайте четко, вот я тут согласен с Тарасом Завгородним, абсолютно. Давайте четко жить по фактам. Давайте доить ту корову, которая у нас есть, а не тех двух, которые мы хотим прикупить.